Почему власть только переговаривается, а не делает явных шагов? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как медлительность и гордость некоторых политиков приводят к таким катастрофическим ситуациям. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. Из последних новостей стало известно, что кыргызстанцы закидали камнями грузовик КАМАЗ, доставляющий предметы первой необходимости, в том числе продукты питания, в Джамаат Варух, сообщил пресс-секретарь мэра Исфары Зубайду Шамадов. По словам источника, инцидент произошел 20 января на территории кыргызского села Аксай. В результате грузовик получил различные повреждения. Его окна и фары были разбиты. Также водитель Насрулабек Аслонов, гражданин Таджикистана, был ранен. Такое провокационное поведение жителей Аксаи еще раз показало, что они всеми силами хотят дестабилизировать ситуацию и спровоцировать конфликт среди населения приграничных районов двух стран, заявил Шамадов. Сохраняющаяся напряженность на линии кыргызско-таджикской государственной границы обязывает кыргызскую сторону акцентировать на этом внимание всех государств-членов организации. Источник также отметил, что 21 января официальные лица приграничных джамаатов из Фары обсудят данный инцидент с представителями Баткенского района. А как вы относитесь к этой ситуации? Как вы думаете, кто способствует разжиганию такой вражды между населением, которое многие годы жило мирно? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 километров, из которых делимитированы и демаркованы только 504 километра. И мы неустанно это повторяем, чтобы понимать весь уровень трагедии. Несмотря на переговоры на высшем уровне и готовность двух стран решить проблемы на границе и приостановить конфликты, инциденты нередко с применением огнестрельного оружия и участием военных продолжаются. Последний серьезный приграничный конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном произошел в прошлом году, 28 и 29 апреля, в результате которого с обеих сторон было убито 55 человек. Около 300 человек получили ранения различной степени тяжести. Были разрушены десятки жилых домов и другие объекты. Кыргызская республика, являясь миролюбивым, открытым и демократическим государством, с первых дней независимости проводила и проводит последовательную, дружественную, добрососедскую и взвешенную политику в отношении соседних стран и в целом ко всем государствам мира. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, когда она решится и кто будет ее инициатором? Ведь кто-то должен это сделать. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.